У нас же с вами все время вот эти вот какие-то откаты, какие-то, ну пусть назовем их откаты, да, какие-то недовольства собой, какие-то рассуждения вылезают в нашей голове. Они же вылезают у нас по большому счету ведь не потому, что они не имеют места быть. Они вылезают именно потому, что действительно мы так чувствуем, действительно мы так ощущаем, и действительно это все переживания, которые мы ощущаем на данный момент, это наши переживания. Они не откуда-то взялись из непонятных облаков, это наши переживания. Приветик, Тём. А почему они появились? Почему они вообще у нас появились? А они у нас появились, ребят, по простой причине, потому что мы в первую очередь не можем принять себя. И как только мы принимаем себя, что значит принять себя? Потому что многие говорят, ну как принять себя, как полюбить себя? Вот я вроде все делаю, не могу принять себя. Наверное, я попробую сказать вот какими-то более доступными словами. Принять себя – это когда ты ощущаешь, что ты есть. Просто ты есть. Просто ты есть в этом мире. И когда ты понимаешь, что все остальное хорошее или плохое, кто-то со своими высказываниями и со своими претензиями даже, возможно, со своими нравоучениями, все люди, которые попадают в вашу жизнь, это такая прелесть, потому что если бы не было вас как основы, всех остальных бы не было вообще. И как только мы примем себя как основу, то есть все, что происходит вокруг меня, все, что происходит во мне, может происходить только после того, как я принял, что я есть. Я есть индивидуальный, я есть особенный, я просто есть. И все остальное это просто факт того, что я есть. И как только мы принимаем себя, то, что я есть, все остальное уже начинает вас просто улыбать.